Более 4 лет на сцене, 3 сольных альбома. А известность к нему пришла только сейчас. И не без помощи этой незатейливой песни. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Друзья, всем привет! Мод стелит специально для Хит ТВ. Мод на минувшей неделе прибыл в Алматы и перед выступлением рассказал о творчестве под началом Тимати. Матвей Мельников, а именно так зовут артиста, заявил, что одного взгляда хватило, чтобы понять, им по пути. И началось! Студийные записи, съемки видеоклипов, гастроли. Парень, надо отметить, очень старается, чтобы оправдать надежды своего протектора. Так, вслед за пластинками «Ремоут», «Ремонт» и «Азбука Морзе», записанными еще до Тимати, Матвей готовит очередную музыкальную поделку. На данный момент активно пишу альбом, уже свой 4-й по счету. Более того, большая часть его уже готова, но пока я не спешу с выходом. А все почему? Да потому что публика якобы не созрела. К чему интересно знать? А может, 24-летний исполнитель попросту не успевает одновременно и концерты давать, и треки сочинять? Пока не знаю, будет это больше клубные синглы, как, например, трек «Мама в Дубае», либо коммерческий, как, например, последний трек с «Виагра» и «Кислород». Но однозначно что-то выйдет. Выход новой пластинки Мота запланирован на осень 2015 года. А пока он готовится к сольным концертам в Москве и Санкт-Петербурге. Вырубай, вырубай, не, все, сваливаем.